привет, мы на канале Лёш Каной. У нас сегодня пятница. Вон, посмотрите, куда мы сегодня приехали. Мы приехали купаться на Долгое озеро. Вон какая красота. Камыши. Сейчас мы там найдем маму и Анютку. Мы вон с Кириллом идем. Кирилл в очке будет нырять. А мы ищем тут маму и Анютку. Где они? Пока ее не вижу. Не видно. Погода сегодня классная, пятница. На улице больше, чем плюс 30. Вон сколько там народу на берегу, откуда мы пришли. И сколько вон народу в воде. Где у нас Николька? Вон она у нас, Николька. Мы ее сейчас посмотрим, как она у нас тут плавает. Водичка просто горячая, да? Просто теплая. А вот у нас и Николька. О, привет, привет. Вода, горячая вода. Вода просто горяченная. Ну и как ты ножками тут болтаешь? О, молочинка как плавает хорошо. Нам он 4 месяца недавно было, а мы уже вон какие пловцы тут. Он как ножками делает. Буль, и ножками, буль, и ручками. О, молочинка какая. Давай, давай, давай. Ты не кушай давай, крепежик. А ножками, ножками делай, давай, ножками, ой, как будто молодец, плаваем. Ой, ты молодец. Давай, давай, давай. Ой, тут горячий вообще, кипяток. Вообще классная вода. Ой, кипяток. Привет, да. Привет, да. Да, ручка тебе вон помахала, агу говорит, агу говорит. Давай ручку, где ручка твоя? Вот она моя ручка. А так солнышко, да, в глазке, неудобно. Так, солнышко в глазке. Вон глазик надо ей притереть. А то там водичка. Так, так что он, какая классная погода, какая у нас жара, и у нас такие выходные будут хорошие. Анютка и с Кирюшкой. А мы на чего так тоже умеем в воде. Давай, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Какой тут потолок может обвалиться в воде? Сейчас немножко поиграемся и детям отдадим Никольку. И пойдем вот туда поплаваем. Во! И уже и солнышко ей не мешает. Прыг-скок. Температура воды, как мне кажется, у нас даже горячее, чем на море. А температура воздуха 34 градуса. О, какая неимоверная жара в Московской области. Даже жарче, чем в Сочи, в Крыму, в Краснодарском крае. Вон выходим. Не вижу только Анютку. И Кирюшка, где-то там они. Мы на берег. Такая тут полянка. Прям не сказать, что очень много тут купающихся. На Круглом озере, куда ходили, там больше. А тут мало. Ну и где у нас Николька? Все, он на матрасик. Чего говорит? Водички уже попили немножко. Загораем теперь. Кирюшку надо с Анюткой, он вытаскивает оттуда из воды. Сейчас покажу, он как раз озеро, где они купаются. Пусть они сидят с Николькой, а мы пойдем... Заплыв вон туда делать. Вон какое у нас озеро. Не знаю, где там можно разглядеть Анютку с Кирюшкой. Но, скорее всего, скоро и мы сейчас туда поплывем. Народу очень много в этот раз. Кто на лодках, кто он на кругах. Ку-ку, приветик. О, прям сюда смотрят. Ку-ку, ку-ку, приветик. Приветик, приветик, приветик. Ты что там нашла такое? Убегать собралась. Давай, приветик, ручку давай. Приветик. Ручку давай, ручку. Ручку. Накупались, да, водичка тепленькая. Лежать сейчас тепло. Ну, какая молочинка. В общем, выходим на берег, оставляем камеру и идем купаться.
купались. Сегодня у нас уже утро, другой день. Да. Уже мы спим вот в такой штучке. У нас новая штучка наша появилась. Малышка в бэби-бёрне. Вон прям качаемся. И просто отдыхаем. Даже он молочко в ней можно кушать. И качаться. Можно даже сильно. Он, покажи, как можно. Во, прям как. Во, малышка, какая классная у тебя штучка-то, да? Какая мини-мини кроватка. Можно прям тут уснуть. И тебя будут качать периодически. Так, о. Бананчик покушали, молочко покушали и байки, да? Да. Сейчас мы жарим курочку. Идем и идем купаться. На море, на озеро, да? Да, прикольненькая у тебя штучка, да? Глазки уже все. Бай-байки. Бай-байки. Ты бы еще он бутылочку сама держала бы. Умница такая была бы, да? Или было бы здесь приспособление для вставления бутылки. Тогда было бы вообще улетно. О, малышка, давай спи. Курочку пожарим. И все, и гулять идем. Ой, байки, да, байки. Пока у нас малышка спит, можно другими делами заняться. Да, курочку. Курочку с чесночком пожарить с собой на озеро вкусное, да, Нюрка? Да, клубничку собрать. Вон, детки, клубничку у нас какую собрали. Уже полбанки съели эту, и полбанки вчера этой съели. Да. Ну, клубника вообще самая шикарная. Молодчинки, да? Да. Кто собирал? Да. Как я? А Кирилл что, не помогал? Он горсть только собрал. А, говорит, что Кирилл не собирал клубнику. Обленился. Обленился вообще. Он от пчел бегал. Пчел бегал? Он у нас пчел боится, он от них бегает. После бубалгар, да? Он сейчас курочку на сковородочку, ее потом на озеро и в животик. Классно, вкусно. А Николька у нас там спит в кроватке. Хорошо. Вон как хорошо тут малышки прям. Отдыхает после обеда, спит, балдеет, в памперсе всего лишь, глазки еще полуоткрытые, молочко немножко покушали, засыпай, засыпай, давай, балдеем, давай, спокойной ночи, спи, 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 отдыхай. А сейчас посмотрим, что тут у нас Анютка делает, что у нас тут Анютка делает. На качельках, конечно, никто не катается. О! Анютка решила букет с ромашками нарисовать. Ну и что, прикольно у тебя получается. Тебе надо тут он окошко открыть, и будет прохладнее. Может, тебе надо было побольше какой-нибудь букетик прям такой сделать? Нет. Не? Будет в карандаше или с красками? Ну, сейчас в карандаше, потом позже, когда придем, после купания буду в красках. Может, какие-нибудь еще по дороге наберем ромашек крупных, больших? Угу. Не знаю, я бы так бы и не смог рисовать, это не мое. Начертить что-нибудь начертил бы, а нарисовать такого бы не нарисовал. Ну, будет у тебя красота. А сейчас как раз попробую Анютке какой-нибудь новый туда букетик сорвать. Она говорит, как раз разное ей надо рисовать. Вон Анютка какой уже букетик собрал. Ну, как пока собирали цветочки, у нас уже и прудик полненький. Вон, несу сейчас Анютке букетик какой классный, маленький, с ромашками. Анютка какой свадебный букетик нашел. Она говорит, его сейчас будет рисовать. Давай его бери в вазочку. Ой. Ставь. Такой маленький. О. И будет у тебя пополнение. А то он какой-то прям доченький какой-то. Прям щупленький. Маленький. Ну да, конечно, теперь много тебе рисовать придется тут. Пойдем мы проверим, что там у нас Николька. Вроде плакала уже, слышно. Анютка сейчас нам художественно нарисует. Ну а теперь мы вон все уже готовы к купанию. Да. Идем. Уже вон греем машинку. На улице у нас он 32, наверное, 35 градусов. О, Николька у нас еще в горячем, в теплом креселке, да? Сейчас будем ее купать. А взяли ее круг-то, в чем она будет плавать? Жилет, по-моему, нет. Жилет? Нет. Надо жилетку брать. Вон сколько у нас? 32 градуса. Сейчас в машине охладим. И поедем, как вчера, на долгое озеро купаться. Кириллу надо собирать. Ну, а водичку ей взяли? Да, и кашу взяли, и водичку.
Ну и что, Кирилл, водичку, вон семечки надо было взять, вон забыли даже целую пачку взять с собой семечек. Сейчас покажу, что у нас там Николька делает. Они, по-моему, меня хотят пристрелить, рот чтобы тебе. Я их еще не довез до озера. Мороженое покупай быстро, быстро. Или меня еще не довезут до озера, или им придется самим садиться за руль. Ну, Николька, давай, давай, водяной у тебя пистолетик. Сейчас нальем тебе водичку и будешь там... Матрасики взяли? Да. Ну и все, вон Кирюшка нам закрывает уже. И поехали. Пока вон едем на свое долгое озеро, покажем, сколько на этом озере народа. Все машинами утыкано. Два ряда. Ну, два ряда. Вот что значит суббота. Вот что значит жара в Москве. Ну, отсюда будет видно или нет? И тут все забито напрочь. И тут все в машинах. Даже он люди поставить машину не могут. Как мы там будем ставить машинку, неизвестно. Там дорога, по-моему, полная кобздец, чтобы доехать до Долгого озера. Все раздолбано, все разбито, узкое. По два ряда ни хрена не проедешь. И как ты будешь нас пропускать? В лесочке, по-моему, немножко лучше будет дорога. А тут просто оттаст. О, как, значит, хочешь ехать на озеро купаться, ехать по такой дороге. Вон дорога намного лучше, тут хотя бы новый и гладкий асфальт, но узко до ужаса. О, как вдвоем разъехаться надо, а там он еще впереди машина. Прям трясучка тут едем, трясучка. И, как и говорил, места тут, по-моему, просто нету. Не то, что машину поставить, надо даже велосипед хрен поставишь тут. Будем искать дальше, смотреть, разворачиваться. Он прям на повороте как узко поставил. А вот и наше озеро. Сейчас посмотрим, где там он. Анютка с Кирюшкой, мама и Николька. Да, капец сегодня, конечно, народа. Вон какой они там местечко нашли. О, теперь будем прямо около воды тут обитать, рядышком. Ну и что, как тут, тенечек, хорошо? Вон какая молочинка уже, Николька, уже готова у нас к плаванию. Мы сейчас жилетик оденем и пойдем вон туда вон купаться, сколько там народа. Вчера было намного меньше. Жилетик одеваем и купаемся. Кирюшка, давай тоже переодевайся, пошли. Все вместе. О, собачка тут лает у нас. Вон таким образом Николька одевает бронежилет. Спасательный, да? Круг практически. Ей нравится. Она вчера прям такая радостная была. Ей так понравилось в нем купаться. В нем и не потонешь, и ничего. Прям плаваешь и кайфуешь. Конечно, теплая, Анюткин. Вода просто горяченная, теплая. Какая классная. Прям вообще парное молочко. О, и наша Николька уже тут тоже уже примеряется к водичке. Плюх, плюх, плюх. Топ, топ, топ. Сейчас ножками и ручками раз и поплывет на тот берег. Солнышко, наверное, слепит вон от воды. Глазки закрывает. Ее как-нибудь боком надо держать немножко. Во, и вот так вот будет ей круто. О, ножками тащи ее, давай, вези. Поднимает. Только не очень быстро, вон, балдеет вообще, классно. Вот это да, вот это круто. Понимает она, интересно, или нет? Что с ней делают? Вот так вот скоро будем на море купаться, если все будет нормально. О, прям глазки закрываем и кайфуем. Давай, 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 молочинка. Ножками прям, давай, ножками, 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 ручками. Работает ногами, я вижу. Ногами прямо. Я почти не тащу, я держу тут. Она прям сама плывет. О, какая Николька балдежница. Меня бы так бы сейчас покатали бы. Да классно. О, я. Классно, скажи, классно. Не я, а классно. Какая водичка тепленькая. На улице, наверное, больше 33, наверное, 34 у нас. У нас жарче, чем на юге, в Крыму. Вода просто огненная, да? Горячая вода? Ага, очень горячая. Даже под ногами горячая. Давай, давай, приветик, 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 Николькин. Да, приветик. Привет, давай.
Дон, оставляю вас на берегу вместе с камерой. А Кирюшка, Анютка и Николька будут купаться. Я вам выхожу на берег. Вы пока вам пишите комментарии. А я вам покажу, сколько он тут народу. С одной стороны, туда ходим тоже купаться битком. За елками, за березами очень много кто шашлыки делает. Приходит с палатками, долго отдыхает. Ну и опять наш берег. Какая красота. Все, осталось чуть-чуть камеру положить на берегу и отправиться туда в долгое плавание, ныряние. Теперь мы продолжим водные процедуры. Мы уже поспали, покушали, отдохнули, курочку вкусную покушали. Вот наша Николька, да, плавает? Как она плавает? Привет, привет, молодчинка. Надо привыкать, вот так будем на море скоро купаться, да? Во какая красота. Во какая красота. Тем более, когда еще поспешь. Не, красота? Теплая вода, прям как ванна. Какая? Я вон прошел там через камыши, вон там проходил. Там просто горяченная вода. О, как солнышко ей, да. Солнышко ей мешает, солнышко. Так что нам хорошо купается. Сейчас камеру немножко тут поснимаю. Я тоже пойду, мы уже с Кириллом туда плаваем. Давай, давай, молодчинка. Все, он вас оставляет на берегу. Присоединяюсь к ним. И поплаваем туда. Вода просто горяченная, теплая. И скоро будет заход солнца красивое. Ай-яй-яй, давай ее за руки, за ноги. Ей очень вкусная, понравилась пластиковая штучка. Ну вот надо ей отсюда снять и будет их кушать потом. Да, вкусная. Да, вместо прям соски и бутылочек. Прям няма-няма вкусная, да. Няма-няма, няма-няма. Няма-няма-няма. Няма-няма-няма. Няма-няма, вкусно. Вон Анютка поплыла, Кириллка. Кириллка туда уплыла. Вот такие вот у нас уже руки загребущие. Мы уже на одну пачку семечек забрали. И вторую мы уже отбирали. Во, играем в семечки, да. Вот так вот кладем. Давай, Николь. Кладем вот так семечки. И будешь их заново все затаскивать. Давай. Давай, давай, давай. Тащи к себе. Все к себе давай. И побольше. Ну какие руки загребущие у нас прям. Ручки какие загребущие. Да, смотри, вон там очки, бабушка, вон семечки там. Давай, давай, все получается. Ой-то, все получается. Всем привет, вы опять на канале Лешкин. Ну, у нас уже воскресенье. Погодка немножко с утра подхрамывает. С той стороны у нас начался вроде как бы дождик, говорят, в Москве тоже дождь. Все гремит, бабахает. В той стороне светло, тучки только ходят. У нас дождя нету никакого. У нас даже он дождик и не предвидится. Вероятно, его и не будет. Соберемся сейчас все вон пожарим. Курицу с собой возьмем, воду. И пойдем на озеро купаться. Вон какие тучи идут с той стороны. Ветер был сильный. Но сильная гроза нас обходит. А в той стороне даже он голубое небо, солнышко светит. На улице довольно тепло. Даже, можно сказать, жарко. Градусов 30 точно. С той стороны идет дождь. Где-то вдалеке все на раскаты грома. Черная-черная туча. Вон какая чернота там ходит. Все просто черное-черным. С собой он такую вкусность берем. Обычные помидорчики. Лучок самый обычный с огородика. Сметанка. Сметанка с майонезиком смешиваем. Ой, и чуть-чуть редисочки. И капельку соевого соуса. Вот такой будем вкуснятину там кушать. Вон девки собрали целую банку опять клубники. Да. Ну, вероятно, там опять не всю собрали. И что у нас еще есть? Ой, у нас вон целая сковородка курицы. Чесноком и картошкой. Какая вкуснятина, какая прям. О, целая курица.
Обожратюшки. О, и малышка. Привет, привет, малышка. Сейчас купаться пойдем. Да, купаться сейчас пойдем. Купаться пойдем на озеро. Привет, привет. Не, она даже меня не видит отсюда. Николька, привет. Привет, увидела. Увидела. Привет. 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 Вон, посмотрим, где она тут. А у нас вот она где. Вот она где. Вот она, малышка. Уже в окна умеет подглядывать, да? Уже в окна умеет смотреть, да? Кныкалка, носика маленькая, да? Поспала, настроение хорошее. Всем скажи привет, привет. Скажи привет мне передавайте. Пишите комментарии. Привет передавайте. Да. Я уже, скажи, большая. И жду ваших комментариев. А потом вот такая лестница сюда поставят. И будет залезать к маме там стучать. Дай мне кушать. Кушать мне дай. Молочко мне дай. Молочко мне дай. Кушать я хочу. Да? Ой, ты привет, привет, привет. Малышка. Так что там мама нам вкусную опять готовит. Вкуснятинку, как и вчера на озере. Мы все обкушались, обожрались. Да, Николька? А тебе, к сожалению, только йогурт с клубничкой. И молочко, и кашка гречневая. И купаться на озере, да? Ну что, гуляй, гуляй с ней. Что? Как хорошо на улице-то. Прям тепло, шикарно. Да, правильно сказала. А мы уже даже так умеем вон ходить. Мы уже вон садимся на шейку и катаемся. Мы уже большие. Вон какие большие. Вон как уже катаемся. Давай, давай, вон спинка ровненько. Спинка ровненько держим и гуляем. Нифига себе, какая малышка у нас классная. У нас вон даже хитрая штучка есть в качельках. Веревочки нашли старенькие. Чуть-чуть ее подвязываем, как спиночка сзади. И катаемся на качельках. Прям балдежно. Прям как ей нравится, Николе, кататься на качелях. Во, зацепились, чтобы спину держать. Это что же со спины была вроде вот эта веревка? Давай вот на спину делай. Во, и так мы умеем на качельках кататься. Прям быстро, и мы не боимся. Нас шустро прям как катают. А нам нравится. Ку-ку, привет, привет. Какая малышка катается на качельках. Все радости жизни. Да, и так же мы и засыпаем тут, если надо. На таких качках. Ну и что, вот и наше долгожданное озеро. Сегодня погодка наладилась. У нас хорошо тепло. Вон люди, как говорил, тоже уже с палаткой. Нам надо было также ставить палатку. И жить прям тут. Столики, стульчики. Куда идем? Ложимся. Пока все на солнышке не хотят ложиться. Мы найдем где-нибудь тенечки. Местечко у нас шикарное. Вчерашнее местечко. Прям практически около воды. И купальщиков сегодня еще мало. Говорят, на часа два еще. Четыре. Тут будет, наверное, полный аншлаг. Давай раскладываемся и за зонтиком идем. Сегодня на пляж мы уже умные практически пришли с матрасиком. Анютка нам матрасик надувает. Что там Николька нашла, играется? О, хорошая игрушка детям. Не надо ни погремушек, ничего. Что, надевайте, собирайте матрас. И свой этот, как его, насос. Так что мы сегодня вам до победного. Сколько выдержим, столько и будем тут сидеть. А что, где ее жилетку взяли? Одевайте. Какой сумки? Что, надо вам одеваться и купаться идти. Анютка у нас сегодня с Кирюшкой на матрасике будут плавать. Ну и чего, Николька, а ты у нас будешь в своем жилетике плавать? Мундирование, спасибо. О, костюм космонавта одет, готов. И теперь туда вон в озеро нырять плавать. Да, водичка теплая, как и вчера, классная. Сейчас посмотрим, что у нас Кирюшка с Анюткой будут делать с матрасиком. Давай, один с одной стороны, второй с другой стороны. И на тот берег, Кирюх. Че, ложись, вон Анька, видишь, даже не обмывается. У нас Анька молодец. Она вон и плавает хорошо, и Кирюшка. Так что можно вон на ту сторону сплавать. Можно сначала вон до лодки, Анютка, сплавать. Туда, в ту сторону. Потом подальше вдоль берега. Нет, плавать? А Кирилл, ложись рядом. Кирилл, давай, догоняй. Ложись рядом, мы поплыли. У Анютки какая лодка. Давайте, я быстро сейчас туда прям отправлю туда. Вон Кирилл куда-то ушел, а мы тебя туда и поплыли.
как-то не очень далеко туда уплываешь. Шустро, быстро, двумя руками. Вертим, крутим, быстро, двумя руками. И бегом. Разгоняйся. Еще быстрее. И поплыли. Да, как мне кажется, сегодня вода еще теплее, горячее. А воздух просто огненный. Где-то был в Москве дождь. И где-то в округе был дождь. Какие-то мухи тут летают. И воздух просто духота. А водичка классная. Ну и что, привет-привет, Анюткин. Пока он там, Кирюшка с Анюткой плавают, Николька у нас, наверное, успеет тут выспаться. А мы с Леной пойдем купаться и плавать. И что, кушает бутылочка? О, как классно ей тут с бутылочкой. Со стороны леса вон, откуда приехали, там раскаты грома, молния где-то, дождик вдалеке. А у нас тут он, Николька, на матрасике катается. Мы уже с Кирюшкой на нем поплавали. А теперь у нас на каком большом матрасе катаемся, да? Какая большая на большом матрасике. Привет, привет. Какие. Давай туда подальше поплыли. О, поплыли, поплыли. Какие мы большие. И на каком матрасике плаваем. Да, кайфово. Мы уже с Кирюшкой поплавали. Вдвоем. А теперь одна господинка наша на нем плавает. Бабах, бабах. Привет, привет. О, как здорово, как хорошо. О, как классно. Сколько деток плавают. А я тут, скажи, одна на таком матрасике на большом. Нравится вроде, он смотрит. Даже не поймет, что это такое, на каком это диване ее на матрасе повезли кататься. И как это по воде можно так на кровати прям, да, плавать? О, круто. О, сразу зевать начинаем. Зеваем. О, какой гром, какая молния. Не дойдет до нас, не будет у нас дождика. Как нам классно купается под раскатом грома. В той стороне молния. Там гремит. А народ, по-моему, даже и не шевелится выходить. Не, ну до нас там не дойдет, это все очень далеко. Даже он сколько в воде еще народа и на лодках уплыли плавать, и на матрасах. Пока купались, кстати, у нас уже дождик гроза собирается. Взяли немножко курицы, и сейчас кое-кого покажем. Кого мы сейчас кое-кого покажем? Маленькие утятки и мамка тут у них. О, давайте им курочку прям жареную, с чесночком. О, как здорово. Такие подросли уже большие прям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 штучек. И где-то мамка у них. Вон их нет, мамка. Ну и что, все что ли? Давайте им кидайте, вон им кушать хочется. О, вот, давайте кушайте. Какие уже большие, взрослые выросли. А мамка прям смотрит за мной, за ними, за детками. И мамке ничего не досталось. Она не берет. Не, не берет. Нифига себе, вон и хлебушка им, и курицы дадут. Она им, наверное, крякает, подсказывает, что она тут, чтобы они далеко не уходили. Да, какая мамка. И вон утятки. Детки решили покормить. Пару недель назад были прям вообще крохотные малюшки. Маленькие. А теперь какие большие. Ну а на озере у нас, вероятно, скоро будет гроза и дождь. Черные тучи собираются сдали. Начался сильный-сильный ветер. И все озеро в черных мурашках. И народ резко двинулся на берег. Вон какой ветроган, какой сильный задувает. И тут на берегу все стало сдувать. Матрасы надо держать. Сейчас матрасы улетят зонтиками. Как он, народ поспешно начинает собираться. Практически большая часть уже сваливает. Из воды практически он все ушли. Застанет, интересно, у нас дождик сильный или нет с грозою. Молния была. Ветер сильный. И все он. Ветер, ветер, ветер. И все уже в тучах вокруг. Как озеро прям почернело, черное.
А наши собираются. И Николька проснулась. Проснулась Николька, да? Ветер какой начался. Будет или не будет? Так что мы удачненько сегодня покупались. Да. Мы вон к машине пришли с каким зонтиком. Вон, у нас дождь немножко замочило. Но нам переждать сколько? Минут 15-20. И вероятно у нас опять начнется жаркое и теплое лето. Народ он спешно собирается. А мы уже хотим... Ух ты, какой раскат. Да. Отсидеться в машину. Мы в машинке посидим. И Николька у нас нормально. Вон, ее ничего не видно. О, под зонтиком. Так что он лафа. Классно мы. Да, Кирилл? На пляж ходить выгодно с таким зонтиком? Ага, двойное назначение. Ты под солнышком, да, сидишь? И под дождиком. И под дождиком прячешься. Надо было такой большой, только здоровый зонтик. Ну ничего страшного, все-таки лето и бывает такая погода. И солнышко, и дождик. Да какая разница, мы только что купались. Что мы в озере купались, что нам сверху вода пролетела. Да, разницы никакой. Вообще никакой нету. Только для что для... холодненький дождик. Но ничего, в машине он тепло, и сейчас согреемся. И что, кушаем тут? У нас сегодня обеденный перерыв будет в машине. И потом пойдем на озеро, если восстановится погода. Да, да, да. И Николька сейчас поспит у нас тут. Ой, это молодчинка какая. Как удачненько. Мы прям вовремя только сели в машину, только убрали зонтик. И вот такой дождик полил. Все почернело вокруг. И с одной стороны почернело. А с другой тоже все он черное. А Николька у нас кушать хочет, наверное, и спать. Да, как мы прям вовремя. Вот это да. Уже и половина машин, даже больше половины уехала. Лужи пузырятся. Воды много. Вон даже у нас сторож дядя смотрит. Как же мы все вовремя сюда пришли. А люди сейчас как мокрые котята будут возвращаться. Вон идут. Мы бы сейчас тоже так, да, возвращались? Ну да.